Более 400 молодых каратистов Сибири 18-19 мая принимал омский велотрек. Здесь прошло первенство Сибирского федерального округа среди кадетов и юниоров в возрасте от 14 до 20 лет. С организационной точки зрения, конечно, хочется отметить, что нам очередной раз доверено проведение первенства Сибирского федерального округа. Это очень важно, это очень, наверное, правильно, потому что карате у нас очень динамично развивается, именно вот его олимпийская версия. Соревнования проходили в рамках реализации проекта «Карате. Мой путь к олимпийским вершинам» при поддержке фонда президентских грантов. Поединки проводились на новых современных татами, что, безусловно, улучшает результаты спортсменов. Омская область стала второй в общекомандном зачете турнира. На счету наших спортсменов оказалось 35 наград, в числе которых 9 золотых. Очень сложный путь, долгие тренировки. Самое главное, очень хотеть этого. А по турниру как шел? По турниру было сложно, но получилось. Техничная и эмоциональная амичка Софья Ванхай уверенно шла по турниру. Ее активные действия и выверенная тактика сделали полуфинальную схватку яркой и, безусловно, порадовали зрителей. В шаге от золота в категории 14-15 лет до 47 килограммов ее остановила соперница из Новосибирска. У Софьи серебро. Я очень горда нашей областью, что у нас проводится первенство Сибирского федерального округа. Как по мне, все соперники равны, и лучше работать в поединке и проверить свои силы, нежели чем дать соперника психологически. Победу в общекомандном зачете одержали каратисты из Новосибирской области, а замкнули тройку призеров спортсмены Алтайского края. Это были мои первые соревнования в этой категории. Ну, нормально. Судя по тому, что добавилась еще одна минута, то есть было 2 минуты, 16-17, а сейчас уже 3 минуты. Ну, тяжело. Как тебе конкуренция здесь? Конкуренция достойная. Парни все занимаются довольно долго, нормальные ребята. Также в велотреке прошло открытое первенство клуба «Атака», где за призы сражались спортсмены в возрасте от 8 до 13 лет. Здесь омская команда уверенно стала первой. На счету юных амичей более 70 наград.